сюда опять надо. Зима, сейчас болтик, винтик. Вот сюда издалека. Заколю его, сделаю сюда ролик. У меня трубка есть медная. Но она чуть-чуть большого диаметра. И этой буду ее ужимать штуковиной. Ужму, потом нарежу внутри резьбу и пристрою медный чехольчик на RCA разъем. Там можно будет вытравить либо логотип, может кто-то что-то закажет. В общем, если вдруг понадобятся чехольчики новые, модные, на RCA разъемы, так мы тогда сможем это все с тобой делать. Вот. Сейчас закалка. Отпуск и нажимать трубочку. Вот такой вот будет. Сюда вот он вот так будет устанавливаться. Вот. Сюда вот ролик сейчас сделаем. И все это дело будет. Ну это труборез, как ты понимаешь. Или ты не знаешь, как труборез выглядит. Вот. Ну все, не мешай. Так, сейчас ее укатаем, трошки меньше она станет. Резьбу нарежем и все. Так она еще и с накаточкой получается. Шикарно. Вот такой ролик получился. О, ляпота. Ручная накатка получилась. Так, вот так, в общем-то, она обкатывает и уменьшает ее в диаметре. Вот уже можно пробовать прогонять метчиком. Вот такие вот пироги. И получится красивый RCA. Разъем с травлением, с логотипом, все как надо. Медяшечка красивая. Все по стимпанку. Так, ну вот сейчас будем пробовать резать. Опа. Опа. Клац. Клац. Да, мой метчик уже делся. Вот он. Клац. Клац. Так, чуть-чуть я думалась повернуть. Оп, вот так, например. Раз, маслица. И режем, пробуем. Не хочет, мы ее сейчас затянем. И нарежем. 10 шаг 1. Нет, еще подтянем. Опа. Дальше уже вручную можно догнать или... Опа. Опа. Ну-ка, дай-ка патрон зафиксирую. Опа. Опа. Сильно уменьшили. Лазь, давай, о. Вот так. Оп. 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 Переборщили немножко. Не, нормально пойдет, что. Ну, сделала там пару виточков. Ну да, ну. На RCA-шках там вообще, по-моему, 2 или 3 витка. 3. Сашка.
используем дорогущие РСА. Нутис. Сейчас отрежу, вальцуем, вытроим и все. Будет шикарно. Осталось самая малость. Да.